И у нас с вами тот результат, который мы получили и получаем каждый день. Просто так не происходит. Это происходит благодаря вам всем. Благодаря тому, что работает коллектив, работает команда, работают единомышленники, привлекаются средства. Создается база, которая позволяет проводить эти работы. На этой базе работают специалисты, они выдают результат. Поэтому это синергия, энергии большого количества людей. И итог. Если раньше на мероприятии 21 сентября мы продемонстрировали акты, протоколы, заключения по испытанию двигателей 90 габаритов, 6-полюсной синхронной частоты вращения, 1000 оборотов, то сейчас мы уже выдали результаты по 100-му габариту, тоже 6-полюсной машины на 1000 оборотов. И сейчас заканчивается оформление протоколов и заключение проведения сравнительного анализа этих двигателей. И, в принципе, что можно сказать, если на 90-м габарите были показаны Е3, параметры из Е1 мы сделали Е3, то на 100-м габарите сейчас мы показали Е3 с плюс-плюс, можно так сказать, немножко не дотягивает до Е4. Но есть еще ряд шагов, которые мы сделаем, проверим. Скорее всего, мы из Е1 без перепроектирования еще можем получить, повторю, с натяжкой Е4. Это не меняя железо, оставляя основу двигателя. И Е3++ мы уже получили. Поэтому, прошло всего-то немного дней, и уже есть еще один результат. И на подходе сейчас еще целый ряд работ, которые завершатся, и мы сможем выдать еще результат. Вот. И смотрите, опять-таки, вот до конца года закроется финансирование. Он у нас на сегодняшний день, все прекрасно знают, 21 сентября было объявлено, что более миллиарда собрали. А нам надо собрать 2,4 миллиарда, как минимум. Но с учетом того, что идет инфляция, еще какие-то изменения идут, и затраты, потери по времени, то, скорее всего, на проект потребуется несколько больше суммы. Ну, это нормально, потому что вот, я не видел еще ни одной стройки, ни одного создания проекта, либо разработки, которая бы вкладывалась в смету. И в этом нет ничего страшного, это в нашей жизни. И на основные показатели это не повлияет. Сейчас идут большие работы с документацией, готовится все к тому, чтобы пройти, чтобы проект мог пройти государственную экспертизу, это имеется строительный проект, архитектурный проект, архитектурная часть, там, весь комплекс этой документации, мы должны пройти государственную экспертизу. Совещания, если раньше планерки шли только по четвергам, сейчас они практически каждый день идут, разбита работа сейчас уже по специализации, там, бухгалтера с бухгалтерами, с аудиторами, с финансовой стороной, технические специалисты работают тоже уже по направлениям, разделено, там, потому что очень много вопросов энергетика и отопление, газоснабжение, потому что там же газы, азот и все остальное, и санитарные нормы, пожарные части, и так далее, и так далее. Там очень много всевозможных вещей. И те же самые работы по изготовлению металлоконструкции. Потому что металлоконструкции, они же должны быть изготовлены, прежде чем будут доставлены на площадку. Это же не просто так. Поэтому это размещение заказов. Поэтому коллегам достается сейчас очень тяжело. Работы очень много, работа очень ответственная, потому что там и сметы в том числе, и
работы, планировки полностью по помещениям. Это же связано с выполнением этих планировок, это значит и заказы, включая мебель и все остальное.